Ну не скажи, я Infamous Second Son смотрел. Кто-то треснулся. Ругался, конечно, пару раз, когда ты прям затупливал, знаешь, так. Но у меня в плане управления была фигня. Да, вот, задам насчет управления. Я такой, я тебе тогда еще посоветовал. Да, да, ты писал, я помню. Еще у меня был затуп... А, да-да-да. Сейчас, короче, вышло Last Light бесплатно по PS Plus. Вот ее тоже запишу. А, которая про дивку? Да-да-да-да. Она 800 рублей стоила, я подумал, нафиг надо. Я посмотрел еще. Причем они анонсировали так. Мы, типа, выпускаем это дополнение, и через 2 месяца оно будет бесплатно. Я такой, ну что, я подожду. По плюсу дали. Я такой, ну все, что, скачал, потом пройду. Так, о чем? Мы собираемся, все зашли сейчас, в игру. Сейчас, мне еще бежать до вас, у меня все прогрузится, все. Так, а мы, может, навстречу поедем? Нет. Куча зомби. Понимаешь, суть в том, чтобы я добежал и починил. А-а-а. Починить я могу только у, на это, у этого заправщика за деньги. Кто возле Урала? Я. Я волосатый. Подплаты. Да. Че, панкуха, что ли? Угу. Панкуха, вот че зомби-то привело? А понял. Какие... А, все понял, взялось сразу. Я атаман. Они к заправщику зашли. Че, ты КЗ командира знаешь, вам? Да, да. Как выглядит, вот я так. Это, женская штучка, я положил, Джейн называется. Капец. Че? Это просто прикол у меня на канале. Короче, я играю женскими персонажами. У меня пошла мода, что я Сэпочен звал своего персонажа, ну, Аня, потому что как бы Ани. Привет, скин. Пацаны. Пока, пацаны. Короче, говори. Короче, вот этот вот скин, с которым я бегаю, он как бы по стандарту, по дефолту называется Аня. Вот, и я как бы называл своего персонажа Анечка, да, ну Анечка играешь, там Аня пулемочится, вся хрень, вот. А потом в последнее время начал всех персонажей женских, которыми я играю, называть Джейн. То есть вот, ну, либо Аня, Валя, либо Джейн, как-то вот так вот. Так, что решаем? А, Лиса, Лиса. Лиса, ждем. И ты сейчас говоришь, что ты принес мне скин, который называется Джейн. Да-да-да. То есть у меня сейчас такая дилемма, либо остаться Анечкой, либо Джейн, либо называть себя Аня Джейн. Слушай, а звучит прикольно. Джейн же может быть фамилией? Ну да. Да. Так-то звучит. У американцев там только чё не может быть, блин. Это да. Аня Джейн. Все очень приятно. Так, ребята, мне знаете, что надо? Мне нужен... Фак, мне кровь пустили. Как же вы так... Слушайте, водички мне приготовьте. Музыка из команда, ну, копирайтит ютубом. Угу. Мне кажется, да. Да. Блин, жалко. Это так бы прикольно было, если Лёва в том моменте, где я его спас, такую уже угрюмую музыку, там серый экран делал, я их убиваю, и музыка из команда играет. Не, ну, вот эта мелодия таранта, тарата. Ну, короткий она... фрагмент можно? Да, вроде. Короткий можно запихать. Ну вот короткий запихай, вообще класснецкий будет. Та-та-та-та-та, та-та-та-та, это кто ты, да? Ну вот Джейн, короче, лежит там. Но это момент, это реально такой прям пятибальный был. Вообще. Так, и мне кровь понадобится перелить. У меня уже меньше половины. Лёва, вот представь, раньше, да, я был не очень в Дейзи стрелком, но тем не менее, иногда там у меня были такие моменты, которые прям Да-да-да. За то время, которое мы играем, я уже шлепнул 4 человека. И я так жалею, что я не снимаю. На, ну, что ж, бывает. Вот сейчас на базе, где я на военной дуэлился с чуваком, это было вообще... Убить? Короче. Я сам. Ой-ой-ой, какая снайпа классная. Такая закамуфляженная прям. Варпачет ты? Да. Что с тобой стало? Я оброс, пока бежал к вам. Ого, аж две миссии. Да, знакомо. Ого, одна близко. И чё ты, Лиз, как скоро планируешь этот комп сочинить? Ну, там такой... спорный вопрос. Как получится?
Проще сказать. Это самое сложное, сделать комп нормально. Очень много денег хочется на компы, тем более с таким курсом очень сильно цены поднялись. Да, ну вот я себе сейчас планирую взять процессор, мать, это выйдет уже на рублей 16, это вообще неприятно. Раньше бы ты комп за это время взял. Да. О, так вот мой вот этот сейчасшний комп я за 15 рублей покупал, хотя он на то время вообще лютецким был. Я хоть и с рук его покупал, но он до сих пор пашет как конь, блин. Листы, сколько тебе еще? Давай пока все кровь нету. Не перелей. Возьми это, Джейн там. Сейчас скин... И кровь возьми. Скин Джейн. Так, сейчас. Ой-ой-ой. Чтобы его одеть, тебе перезайти придет. Ты его оденешь и потом перезайти, чтобы тут отобразился. Тут такое дело, надо сначала отдефаться, тебя сзади... Да-да-да, очень много. О, господи, я чуть тебя не убил. Во-во. А варпач это ты что ли, блядь? Да-да-да. А, варпач, не стреляй в эту сторону, блин. Жигурда, не, я блин. Не попаду по машине, не бойся. Ну просто чё... уже колесо спустил, прямо. Кого, я? Да, или кто стрелял только же в машину? Я не в машину стрелял. Ну там точно не по колесу я попал бы. Ну колесо машина села на одну сторону. Оно на левую оседало. Или на правую. Оно уже было осевшее. Вау. Чего тут я? На линию огня, аккуратно. Так, я за еще одной волыной побежал. В микрофоне у тебя течка. Серьезно? Мужики, чувствуют течку. Ну, я что-то... Ой, сколько обезьян, а. Сейчас я в здании. Короче, если увидите Потлатова, не стреляйте, это я. Я это... Мне нравится в плане того, что меня теперь хотя бы свои не убьют. Ну да, у тебя хоть скин изменился. Потлатый. Да пошел ты, сука! Кто стреляет? Я. Ага. Это, мне в главное показалось, в мою сторону стреляет. О, глок нашел, это вообще офигенно, потому что там столько патронов для него это... где-то валяется. Кого? Я глок находил, там вообще ни одного патрона для него нет. Да? Да. Это, короче, у машины нашей вот этого... Я бутерка... стреляю сейчас. Лево, возьми пакет крови. Сейчас, погоди. Колеса... Кто стреляет? Я. Два колеса, пакет крови. Пакеты крови у меня есть. Один сейчас мне зальешь. Так, запчасти. Так, калаш, какие-то патроны. Только что заходил, другие боеприпасы тут вообще были. Ищите, если что, М9СД. Прикольный этот самый. Пистолет с патронами, это вообще редко здесь. Че я заметил. Причем вот левые всяких дофига валяется патронов, а те, которые нужны, очень мало. Да-да-да, но это видишь, то что... Видов оружия просто уйма. А винтовка просто... с сошками. Я думаю, легче закупаться этим. Собирайте все машины. Их. Так, сейчас я калаш последний. Очень быстро, у меня плохие новости. Че? Миссия возле нас, прям недалеко. И, скорее всего, сейчас через нас будут проходить основные игроки, которые на миссию пойдут. Капец. Это жопа. У нас, короче, два колеса в машине, нужно их вытащить. Не меняйте ничего. Если она рядом с заправкой, все ок будет. Ладно, все ок тогда. А, то есть она и прям полностью чинит машину. Да. А, это хорошо. Понял. Не пристрелите, я атаман. Я потлатый бегу, мне нужна кровь. У кого кровь есть? Блин, у меня кровь, я... Короче... Короче, мы уезжаем, а там потом делаем все, что надо. Готовьтесь крыть меня хорошенько так. Ладно. Так крыть чё мы? Быстро. Это ты около амбара бежишь? Да. Так, я перерезался. Варпач такой просто металюга! Вообще дикий. О-о-о! По ногам! Ты это осторожно! Я жить хочу! Это я. Тихо. Сзади, Лёва. Я очередями же стреляю. Ага, здравствуй. Да не я, там зомби куча. Но все равно здравствуй. Так, я, короче, в машинку сел. Блин, мне этот прицел не очень нравится. Он нормально дальний отдаляет, но приблизи я ничего с ним сделать не смогу. Кто стреляет? У меня тут, меня прижали. Тихо. Где именно? Не заходи, не надо, я сам. Нифига ты их, конечно, покосматил. Блин. Мне опять кровь пустили. Блин, ты сядь, сиди на месте, на жопе смирно. А нет, нормально все. Нормально? Да. Хорошо. Если их тебе их не жалко, то ради бога.
У нас еще 15 в машине лежит. Просто зомби вырезать лучше всего вот так вот в здание забегаешь и ждешь, пока не заходят. Все на мое. Ну, перелей мне как раз кровь. Как же они орут-то. Так, переливание крови. Так, переливаю. Все нормально, никого рядом нету. Сзади сейчас заходит. Ага, вижу, заходит. Так, о, спасибо, все так... Ой, как красиво все стало и цветное. Так. Не теряй больше кровь. Отгоните грузовик. Сейчас отгоню. Починили его, да? Да. Nice. И заправили. Так, может встретимся где-нибудь, точку встречи, чтобы подобрать и от зомби отстали. Да. А вот подгоните, у этого. Подгоните пикап. Так. Отстань, зомби. Мы далеко поехали-то. Не, я отогнал просто. Да, подгони. Прям вот. На третьем этаже еще один. Так, аккуратно. Пулемет лежит. Задний ход. Красная точка это миссия? Так, все, подогнал. Вы отремонтировал. Все, понял. Сажусь. Заправляю до конца. Вроде все. Все, да? Пусти меня за руль этого пикапа. Так, давай. Так, давай, все, Лис, веди на грузовике, кто ко мне сидит. Давай я. Сейчас я сяду. Я в пикап, короче. Так, Варпач, ты где? Положите мне кто-нибудь в пикап газировочку одну. Газировочку одну, заказ принял, вот, держи. Сейчас я тут зомбарей дофига, сейчас я бегаю. Давай. Пустая банка газировки взял. Сзади, да, наверное, залазит. Рядом с тобой есть кто? Нет. Нет, только не забудьте, сейчас бегаю. Все, быстро, поехали. Вам, ты где? Погоди. Да, я сяду. Я бы пулемет хотел, конечно, забрать. Очень... Нет, вам, забей, поехали. Надо валить отсюда, сюда миссия. Ясно. Потоки народу очень большого. В грузовик садись. На жопу. Назад. Там без разницы. Это вот эта синяя область, да? Че, все, сел? Да. Сел назад, в сторону, Миш. Окей. О, он посередине, такой, оп, привет. Привет. В очках. Привет. На-на-на-на-на-на-на. У меня такая, в смысле, этот, такой скин, я не знаю. Он, так скажем, как, палится вообще жесть. Ну да. С этим в этой игре нужно быть вообще крайне осторожным. Я поэтому забыл, на чё писать. Все радуются, когда получают камуфляж. Угу. Да. Я, кстати, так и не взял скин Джейн. Ну ладно, потом возьмешь. А, сейчас куда мы направляемся? Ну, к трейдеру, наверное. Окей, гайз, я никому не скажу. Так а как мы будем оружие таскать? Просто бегать, продавать туда-сюда? Ну, да. Так получается, деньги всем распределяются? Ну да. Хацбах. Блин, так сразу отпустило вообще. Такое напряжение было рядом с этой заправкой, не знаю. Рано расслабляешься. Да вот в том-то и дело, я понимаю, что я рано расслабляюсь, потому что сейчас, может, наоборот, еще горячий... Там у меня 30 патронов сейчас едешь. Винтовки. 90. Да едь по дороге дальше. Мы куда едем? Трейдер-сити? Трейдер-сити. Сейчас главное не наткнуться на группу каких-нибудь людей, это будет... Этот мотоцикл мой сломанный. Да? На котором я ехал. А, понятно. Я тут возле проселочной дороги тебя жду, Миш. Угу. На нее сворачивать, готовься. Да, вон вижу тебя. Гоу. Фух. Так. Зомби бегают. А почему они туда бегут? Ну, кто их знает. Что у них на уме? Хрен пойми вообще. Так, ну тут моя бибика должна быть пошустрее. Твоя, да? Сколько жмешь? Ну, сейчас 40 лет еду спокойно, без шифта. Я 35 на шифте, блин. О? Надымили. Вообще, смоук.
Вид эвридей. Да-да-да. Смотрите, кто пассажира. Я смотрю. От третьего лица же. Да-да, от третьего смотрю. Главное, чтобы танк не выехал. РПГшник в засаде. Это не инвейжн. Вертолеты какие-нибудь там, что-нибудь. Кстати, вертолеты вполне возможны. Ну, их дофига. Я вот пока там бегал, я штуки две пролетало мимо. UHS-1 и этот, как его, Мишка. Гэй, вот я сейчас понимаю, что у нас отряд из 5 человек просто. Угу. Если нападать будем, что делаем? Стреляем во все, что движется. Я сказал, во время боя тишину соблюдаем, выполняем мои приказы. Да, у нас командир группы. Лис. Ладно. Докладываем только так. По вещению противника. Вопрос. У всех сейчас боевые оружия стоят на слоте? В основном? Да. Угу. Тогда давайте, парни, стопанем. Я сделаю то же самое. А то нет, у меня остался. Миша, забей, поехали. Ладно, ну окей, смотри. Нельзя останавливаться. Мы в районе миссии недалеко, я боюсь. Так, а как часы включить? А, о, все, видно. Так, ну... А где посмотреть на часах север, там, все такое? А, это на компасе. Это на компасе. У меня есть... Я почему-то часы с компасом совмещены. Я если что могу отдать. Фига ты модный так-то. Часы с компасом, блин. Где нашел, подгони такие же. Не, я думал, что есть такие. Да должны быть такие, по сути-то. Ну не в игре, наверное. Ну да. Если только мод какой-нибудь. Угу. А Red Bull что, как вода считается? Да, он как обычно напиток. По-моему, кстати, газировка, она еще немножко восполняет еды. Maybe. Если не ошибаюсь. Не-не. Но что точно, это то, что еда восстанавливает немного крови. 200-300 единиц. И еда, и вода. Так что, если вы будете, будучи обескровленными, и у вас будет очень много еды, приятного аппетита. Так, вертолет. Но. Стоит. Вам сходишь? Зы. Высадите вампа. Сами дальше в лес отъезжай, Миша, и там... за деревья. Где он примерно? Возле этой вышки прям. Вижу. Так, еще раз, куда мы приехали? Стопоритесь здесь и круговая оборона. Мы пошли. Вамп, я крою тебя с востока. Так, сейчас я пока как раз я волыну возьму. Блин, компаса нету, я немножко дезориентирован буду. Просто круговую оборону займите, смотрите по сторонам. Ладно. Тут если со стороны леса выйдут, то нам мало не покажется. Так, у меня просто вопрос, мы куда приехали? Лес, это люди. Тут еще техники, два хаммера стоит. Понял тебя. Я не на пойду. Вышку смотри. Не пойдем, отступаем, уходим. Я не пойду лучше. Там два машина хаммера стоит двигается. Еще, машина с пулеметом. Понял все тебя. Все пустые. Скорее всего на вышке тусят. Скорее всего, так и есть. Так, куда мне побегать? Отступай обратно. Мы там дальше чуть-чуть вперед проехали и в лесу встали. Окей. Зарю варпач с бабой спутать вообще легко. Ты смотри, ночью со мной не усни. Я вышку смотрю, пока вроде чисто. А то Припять она такая. Ты отступил вам? Да, отступаю. Возле дороги. Справа от дороги. Там укрепление у них построено. Это база, походу, чья-то. Ну, крутые пацаны, видать. А если берешь ствол, автоматически патроны берутся с да. Этого? Да. Вам ты дошел? До леса дошел почти. До какого? Ну, возле дороги лес начинается. Маленький такой лесок. Ну вот, ну. За кромкой. Я буду как крутой, потлатый, с золотым десертыгалом. Я, кстати, еще только сейчас заметил, у меня две кепки. Как самый настоящий неформал. Одна в другую вливается. А, да? Да. Ну, у меня больше, что я скин настраивал. Камни справа за камнями. Он стреляет оттуда.
откуда, лол? Оттуда. К домику разрушенному вам. Домик не вижу, я возле камней. Я по дороге, блин, откуда дальше? Ты откуда прибежал? Не беги по дороге, ну, дальше. Возле дороги, блин. Что откуда мне... стреляли вам? Со стороны вышки. Понял. Как я понял, короче... Короче, Лап, ты туда вниз, да, к камням спустился? Ну, сейчас дорога вниз ведет. Под гору. Понял. Садитесь, быстро садитесь. Все быстро сели и поехали. Хотя нет, не ведет. Но на вниз и вправо уходит. Вниз и влево скорее. Так что, все? Я вот одного добиться. Зомби, тихо. Да забей, едем. Просто сядь в машину и поехали. Все. Да, вниз и вправо на меня. Сел? Нет, не сел. Я бегу. Лампа подберите, главное, где? Лампа по дороге выйдет. У меня зомбак один за мной, все. Стрей, варпач. Да. Мы останавливались просто чекнуть вертолет, да? Да. Понял. Все, я сел. Угу, вижу. Ламп, я тебя до сих пор не вижу. Ну вот, я вниз сейчас спускаюсь, возле камня сейчас. Ну вот камень большой. Ты нас видишь, вам? Пока нет. Звук-то какой-то был. Мне казалось, что там стрелял кто-то опять. Мне вот... вот, надеюсь, казалось просто. Совсем возле дороги? Мы по дороге дальше уехали. Там ну, камни большие. Мы сильно далеко ушли? Нет. Метров. Ну, я, видимо, вас пробежал. 200-300. Может, я вас уже пробежал? Да не может такого быть. Хотя... Мы ниже по склону спустились. Я уже тут немножко на гору, и тут по горе дорога идет. Заводитесь, я услышу. Заведи этот грузовик. Слышишь? Могу бикнуть, но на крайняк. Не надо, не надо. Вот что бикать вообще не надо. Не слышу вас, едьте вперед. Ну если что, тулбокс есть, велик сделан. Я скорее всего вперед убежал. Ну ты так далеко не смог бы убежать. Да в натуре за такой короткий период времени. Ты не веришь в мою мощь? Он может быть не туда вообще убежал? Может. Да ты тоже думаю. Вернись обратно. Нет, и дальше по дороге не буду. Короче, поставь отметку просто себе на гребаный трейдер сити. И вот смотри, мы сейчас находимся. Вот карту ты открыл. Короче, я вижу слева дом. Вернее, возле дороги дом. А чуть дальше постройка разрушена, да? Тут хаммер стоит возле дороги. Он, скорее всего... Ты карту, пожалуйста, открой. Не могу, у меня зомби на спиной. Он, скорее всего, знаешь, где? Короче, вот где мы стояли, только вот сзади нас, короче. Вот слева по дороге, если сейчас налево ехать, кто со мной за рулем? Вы хаммер видели возле дороги? Нет, не видели, все. Значит, вам просто... он на той стороне горы, короче. Еще раз перебьете меня, я психану. Вам отвяжись от зомби и посмотри в карту. У тебя тут сейчас. Куча ёб. Панику развели, ненужную абсолютно. Советую из машины выйти и смотреть по сторонам. Я вышку кро. Трейдер Сити. Не Трейдер Сити, тебе нужно. Кто стрелял? Не я. Это я дверь закрыл в машину. Все понял. Мы где возле труба? Ремисгуме. Прятались. Это где? Ремисгуме. Ну вот проселочная дорога, которая ведет к Шангену. Мы на север поехали, да, с Минхенштейна или нет? Варпач, смотри вон туда, вот туда вот. Я карту смотрел. Нет, ты не смотри карту, ты смотри по сторонам, вон туда вот. Вот, видишь, куда я смотрю? Угу. Вот тот вот пригорок, смотри. Вамп. Угу. Мы выехали из Хацбаха. Мы поехали по проселочной дороге Ремисбоде и доехали до Ремисгуме. Вот Ремисгуме — это гребаная вышка. Да, мы на юг поехали. Да. Все понял. Вот Ремисгуме — это вышка. Вы, вот вы налево сворачивали, что ли? Мы от вышки по дороге ниже на юг. Которая проселочная, которая в правую сторону уходит. На юго-восток. Ну, я на ней. Я сейчас даже скажу, я возле 234 высоты. 234? Ну, не мне вижу. 400 метров.
А, ну, ладно, давай на 234. Я между 191 и 234. Понял, далеко ушел. Все, пошли, быстро машину. Так я же сказал, что я далеко ушел от вас. Дальше. И тут, говорю, Хаммер стоит возле дороги, так что смотрите. Понял. Поехали. Садитесь по машине. Я могу чекнуть Хаммер? Ну, если но без угрозы. Стоит. Он один стоит, я не знаю, чек, чек. Лезть ли что-то. Все, сели, поехали быстро. По дороге дальше туда. Так он все-таки убежал? Да, он дальше побежал. О, Ричард был убит. Искал, не верите в мою мощь. Паники, не поддавайтесь больше такой, пожалуйста, ребят. Транспорт закрыт. У нас короче. Не было паники. Ну, ненужных замечаний много. Типа, а если ты туда, а если то, я сам сориентирую. Просто это очень сильно, так скажем, мешало. Дезморалит? Да не, не дезморали. Нет, мешает... Короче, время теряли. Вот. Я возле Хаммера в лесу. Примерно возле 191-й. Ситуации и тупо флут и ненужная суета, да, по сути. Да, да. Так, секунду, я что-то не понял. Вообще туда едем? Да вроде туда. А вроде нет. Что-то ну, я говорю, не знаю. Может, влево мы не туда, мы не туда уехали. Серьезно? Да. Ну нам на ту сторону горы, правильно? О, разворачиваемся. Это вы не туда поехали, Саня, я. Да мы, видишь, тебя потеряли, началась вот эта вот неразбериха. Все с опытом потом. И будет норм. Я дорогу чекаю, вас пока не вижу. Да, вы, скорее всего, налево поехали. Не... Мы налево уехали, я уже проверил. Что-то так петь захотелось. Я просто все высматриваю. Вот сейчас очень рискованно. Да, я вот смотрю, чтобы на нас не вышла группа лиц. Но главное дальше пройти, там вниз вообще дорога будет и скроет вас. Это вы туда ходили, к башне к этой? Да. Угу. Поехали. Блин, мы так медленно едем, что... Риск. Угу. Вообще. Ну. Зато какое вознаграждение будет. Ну да. Это как в дальнобойщиках партию наркотиков вести. Че, тоже риск большой, но много денег? Ну, конечно. Я понял, где ты был. Но. Вот эти камни, но. Без компаса, конечно. С компас был бы, вообще бы быстро сориентировались. Угу. Это да. Надо потом взять за правило, чтобы по дефолту у всех компас был. Потому что, как бы, сами понимаете. Скажи, как нас увидишь, услышишь. Ну, я вас вижу метров 600 от меня. Понял. А здесь, кстати, бывает ночь? Да. Да. Но ночи здесь очень вообще такие... После этого леска на следующем останавливайтесь. Ты видишь нас? За ним Хаммер. Я вас вижу. Я могу вас пристрелить прямо сейчас.